14 июля 2017 года в 20:00 в Конгресс-зале выставочного центра «Кармье» состоятся третьи профессиональные рейтинговые бои по кикбоксингу «Step Fighters». Открой для себя новых героев. Всем привет, друзья! С вами Сула, и вы находитесь на канале Fighting Submission. Сегодня у нас новости, немного запоздалые, но что ж поделать. А сразу же хочу попросить прощения за обстановку, которая меня окружает. Так получилось, что я данный выпуск делаю у себя дома, в своем дворе. Итак, друзья, первая же новость. 14 июля в 8 вечера в Конгресс-зале выставочный центр «Кормье» состоится турнир по кикбоксингу «Step Fighters». Очень рекомендую вам, друзья, посетить данный турнир. С другой стороны, что делать еще в пятницу вечером в 8 часов? Да делать-то нечего в Астане. Покупайте билет, берите свою девушку, родных, близких, детей и смело в выставочный центр «Кормье». Уверен, что вы получите массу очень интересных положительных эмоций. Будут, если не ошибаюсь, 5 профессиональных боев по кикбоксингу. Профессиональных боев, друзья. И вы получите истинное наслаждение. По телефону ниже вы сможете заказать, либо купить билеты на данный турнир. Следующая новость, друзья, о Сабите Джусупове. Буквально недавно на Fight Nights Global 70 Сабит Джусупов встретился с российским бойцом Алдаром Буданаевым и одержал уверенную победу, если не ошибаюсь, единогласным решением судей. Сабит показал 3 замечательных раунда. И здесь мне бы хотелось остановиться поподробнее и даже затронуть немного историю. Дело в том, что Сабита я первый раз встретил в Астане, познакомились мы в Астане на Fight Nights. Естественно, это был его дебют на Fight Nights. И там он встречался с аргентинским бойцом Мартин Гиллом. Мартин Гилла я уже видел 1.5 года назад, если не ошибаюсь. Он выступал, выходил в клетку с Тимерланом Айсадиловым на турнире Алаш Прайда Алтнорда. И там он проиграл. Это он проиграл тогда единогласным решением судей. Ну, там была ситуация, то, что Тимерлан его постоянно загонял, переводил его в партер и пытался его добить. В этот раз, когда мы ехали в автобусе вот на Fight Nights Астана, я общался с Мартином, и он говорил, что вот так и так, Сула, сейчас мой типа партер гораздо лучше. Но, как оказалось, действительно он стал лучше. Выйдя с Сабитом в клетку, он даже в конце первого раунда, если не ошибаюсь, попытался закинул ноги на треугольник, на голову Сабиту и пытался сделать удушение. Но у него ничего не получилось. Сабит нормально отзащищался, оборонялся от этого положения, все-таки вытащил голову, и все закончилось очень хорошо. Во втором раунде, наоборот, даже зашел за спину и произвел удушение. К чему я это все говорю? Еще тогда я обратил внимание на Сабита, и очень хочу, чтобы на него обратили внимание еще и вы. Итак, первый его поединок, который я смотрел вот с Мартин Гиллом, мне очень понравился. Сабит показал себя с очень хорошей стороны, ну, по крайней мере, он был заряжен максимально. Это было видно. Он был заряжен на победу. Сабит является воспитанником клуба Тобе Топ Тим. Также он является одним из воспитанников моего очень хорошего друга Диаса Кабдуова. Про Диаса Кабдуова можно сказать только одно. Это настоящий герой нашего времени. Была, если вы помните, новость о том, что молодой человек вытащил из горящего дома женщину и ее ребенка. Друзья, это был Диас. Я нереально горд за то, что я знаком, что я могу назвать своим другом Диаса. Настоящий герой. Также Диас является главным тренером по городу Астаны, Федерации Муай-Тай. Также тренер Диас является главным тренером клуба Тобе Топ Тим. То есть, но он таец, он самый настоящий таец, муай-тай это его жизнь, это понятно. Он воспитывает не только, естественно, Диаса, не только Сабита Джусупова, также есть такой боец, я уверен, вы знаете, это Султан Кьялов по прозвищу Шона. Также очень много детей он воспитывает, и именно вот ведет вот по муай-тай детей, юношей и взрослых. Так что еще раз хочу сказать, друзья, Диас Кабдуов настоящий герой нашего времени. Сабит Джусупов, его воспитанник, и показывает замечательную технику, замечательную тактику в ММА.
Возвращаясь к его поединку на Fight Nights Global 70 с Алдаром Буданаевым, Сабит провел 3 раунда, шикарных 3 раунда. Его техника, мне, знаете, вот эти вот движения его, мне очень напомнило, не очень, ну, напомнило, так скажем, стиль ведения поединка Армана Успанова. Сабит был постоянно в атаке, постоянно прессинговал своего соперника. Центр, так скажем, восьмиугольника был всегда за Сабитом. Его арсенал боевой огромен. Он хорошо чувствует дистанцию, он постоянно в атаке. Прекрасно работают руки, прекрасно работают ноги, колени. Бьет с любого положения. Не боится партера. Замечательно защищается от партера, допустим, да? То есть он этих вещей абсолютно не боится. То есть в данном поединке он показал себя несколько совершенно по-другому, нежели с Мартин Гиллом в Астане. Я, можно сказать, по-другому открыл для себя Сабита Джусупова. Так что еще раз, друзья, хочу обратить ваше внимание на этого бойца. Замечательный боец. Он очень молод. Это наше молодое дарование. Это тот, кем мы будем гордиться. 100% я уверен. Я очень рад, что у нас открываются такие ребята, на которых стоит смотреть и кем стоит гордиться. На этом наш выпуск подошел к концу, друзья. Хочу еще раз вам напомнить о предстоящем турнире, который состоится 14 июля в 8 часов вечера в конгресс-зале выставочный центр Курме. Это будет турнир по кикбоксингу Step Fighters. По телефону ниже вы сможете заказать себе билеты, либо договориться о встрече и купить их себе. Обязательно вам рекомендую. В принципе, еще раз повторюсь, в Астане делать нечего в 8 часов вечера. Ну, что там делать? Надо брать билеты и идти на шикарный турнир. Поединки вам более чем уверен понравятся. Меня тоже приглашали, но, к сожалению, по семейным обстоятельствам я туда поехать не смогу. На этом наша программа подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Arrivederci.